Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Ольга Курносова, політичний аналітик, головний редактор порталу «Автор Empire». Ольга, вітаю вас, рада бачити, дякую, що знайшли час та можливість своїми думками поділитися з нашою глядацькою аудиторією. Вітаю, доброго дня. 11 ранку за київським часом, 19 листопада, вівторок, початок запису цього відео. Ну і з новин будемо починати. Путін затвердив оновлену ядерну доктрину. І в оновленій редакції документа агресію проти РФ з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або підтримки ядерної держави, пропонується розглядати як їхній спільний напад на Росію. Є вже, до речі, я так розумію, розшифровка цієї оновленої редакції від Піскова. Він говорить, що використання західних ракет Збройними силами України проти Росії за новою ядерною доктриною може потягнути за собою ядерну відповідь. Як прокоментуєте чергові ядерні погрози, взагалі, те, що зараз відбувається в Росії? Ми знаємо, що ядерний шантаж все время був одним із, можна сказати, любимих інструментів Путіна, которым он всім угрожав. Собственно, ми бачимо очередну серію этого ядерного шантажа. Да, сейчас это некие поправки в ядерную доктрину, которую они приняли. Они уже ее проправляли много раз. И главные поправки были, это когда вместо ответа ядерного, да, разрешили превентивное применение ядерного оружия. Поэтому это вот лишь развитие тех тенденций, которые мы наблюдали давно, так что ничего особо нового я не вижу, кроме очередной порции угроз. Тим часом російські засоби масової інформації повідомляють про те, що в Росії почали серійне виробництво мобільних укриттів для захисту від ядерних вибухів. Навіть демонструють російські пропагандистські ЗМІ укриття, яке має назву «Куб-М». Воно складається з двох модулів. Там можуть поміститися 54 людини плюс технічний блок. Як, значить, розповідають російські ЗМІ, це все може захистити людей від випромінювання ядерного вибуху. Виробник ці всі технічні характеристики вказує на своєму сайті. Тобто кошти освоюють на це. Але якщо розглядати це з точки зору інформаційного впливу зараз на росіян, до чого їх готують? І як гадаєте, в Росії реагують і сприймають відповідні повідомлення? Я думаю, что реакция достаточно нервная, да, мы видим, что все последние соцопросы показывают повышение тревожности россиян. Конечно, если тебе предлагают, неважно, там, портативное, непортативное ядерное укрытие, то, естественно, эта тревожность не снижает, а наоборот повышает. Я уж не говорю про то, что любое ядерное укрытие, оно не спасает от последствий в виде радиоактивного заражения. Что там 50 человек, они что, там будут всю жизнь, что ли, сидеть? Это просто несерьезно. Надо понимать, что если начнется ядерная война, то может погибнуть вся планета с большой долей вероятности. Поэтому какие ядерные укрытия? И в этом смысле я еще раз повторю, что путинский режим гораздо хуже режима советского, потому что все-таки в свои там после 70-х, после подписания Хельсинского акта, советский режим шел все-таки в сторону разоружения. И были подписаны различного рода соглашения по ядерному разоружению в первую очередь. Поэтому вот это путинское нагнетание напряженности и постановка мира на грани ядерной катастрофы, это то, чего мы в советское время, в позднесоветское время не видели. Зараз це намагання якось вплинути на Трампа, от як це розцінювати? Думаю, да, потому что Путин и его комарили не понимают, что ожидать от Трампа. Они понимают, что он может ставить достаточно жесткие условия, а единственное, что остается у них, это ядерный шантаж. Потому что если действительно начнется увеличение добычи нефти, если цена на нефть упадет ниже 50 долларов за баррель, да даже если упадет ниже 60 долларов за баррель, Путину просто не останется денег на войну.
И в этом смысле сегодня они придумывают эти страшилки, чтобы успеть сделать хоть что-то. Хочу з вами так само обговорити реакцію, яка лунала від Росії на публікації в ЗМІ про те, що адміністрація Байдена дозволила Україні використовувати далекобійну зброю по території Курської області РФ у відповідь на розміщення там північно-корейського контингенту. Видання Верстка пише про те, що влада прикордонних з Україною регіонів РФ вже задумалася про те, щоб вивозити своїх родичів, ось після появи таких публікацій. Ну, по-перше, відкоментуйте, будь ласка, цю публікацію. А по-друге, а населення цих прикордонних регіонів як буде сприймати відповідні дії тамтешньої влади? Ну, мне кажется, уже даже те митинги, которые куряне пытаются проводить, показывают, что они наконец поняли, что ни их местные власти, ни Путину до них нет никакого дела. И если им и они могут себя защитить, то они могут защитить себя только сами и никто другой. Поэтому то, что власть пытается не вывозить своих родственников, это, собственно, вполне естественно в рамках сегодняшней модели управления страной. Тут ничего удивительного нет. Ну а то, что в российских СМИ началась буквально истерика после разрешения не только американского, но и знаем, что другие страны тоже дали такого рода разрешение. Поэтому да, абсолютно истерическая реакция, рисуют карты, на которых куда может долететь дальнобойное оружие. Ну, конечно. Собственно, это решение, видимо, путинские не ожидали, и вот оно внезапно наступило. Но, как обычно, какой ответ может дать Путин? Мы видим уничтожение мирных украинцев. Это всегда ответ на любое действие, да? И никакого другого ответа, к сожалению, ждать мы не можем. Это вот стандартная история, это уничтожение Украины и украинцев, как и вся эта война. Російське ФСБ опублікувало момент вибуху машини керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Транковського у Севастополі. Нагадаємо нашим глядачам, що інцидент стався 13 листопада, і повідомляли так само ФСБ РФ про те, що нібито вже затримала двох мешканців тимчасово окупованого Крима, які, за версією російських спецслужб, якраз і підірвали машину Валерія Транковського. Сам цей інцидент, наскільки, як гадаєте, буде впливати на окупаційну владу в цілому, ну і на російських військових, які віддають злочинні накази у війні Росії проти України? Но надо понимать, что любой военный преступник, а человек, который отдает незаконные приказы, и вообще человек, который отдал приказ на ведение агрессивной войны, они все являются военными преступниками. Любой военный преступник рано или поздно должен ответить за свои злодеяния. Поэтому если они сами пойдут и сдадутся Гаагскому трибуналу, это одна история, и будут тихо, мирно сидеть в удобной тюрьме. Ну а если не сдадутся, может и другая участь их настигнуть. Это каждый военный преступник должен понимать, что это действительно не просто преступление по украинскому законодательству, это преступление по российскому законодательству, это преступление по международному законодательству. Все преступления против мира, человечности, военные преступления преследуются международным уголовным правом. Ольга, як ви прокоментуєте події, які зараз відбуваються в окупованій Абхазії? Сьогодні парламент там збирається на позачергову сесію для того, щоб ухвалити відставку президента. Президент нібито зараз іде у відставку, хоча от на попередньому тижні він погодився з вимогами опозиції, потім кудись втік. От зараз будуть повертатися знову до цього питання. Наскільки є події в Абхазії? І те, що зараз відбувається в Грузії, є викликом для російської влади. Ну, сложный вопрос, потому что и оппозиция, и, собственно, президент, который то уходит, то не уходит, они все бегают советоваться на Старую площадь в администрацию президента России.
И почему начались какие-то там процессы в Абхазии, тоже понятно. Когда в Грузии власть стала пророссийской, стало совершенно непонятно, как будут выстроены взаимоотношения сейчас между Грузией и частью отторгнутых от Грузии земель в виде Абхазии. Но надо понимать, что когда ты идешь на поводу у Кремля, сегодняшнего Кремля с его имперскими амбициями, может так случиться, что про самостоятельность можно забыть. Да? Потому что все то, что делает сегодняшний Кремль, это попытка вернуть под свой контроль все территории, по меньшей мере, бывшего Советского Союза, а хотелось бы Путину вернуть и все территории бывших стран социалистического сотрудничества, содружества или Варшавского договора. Поэтому он замахивается и на все постсоветское пространство, и на Восточную Европу. Другое дело, что я уверена, что у него это не получится. Но, тем не менее, опасность это представляет для всех этих стран. Поэтому, конечно, если кто-то думает, что приход к власти в Грузии пророссийских сил означает покой, ровно наоборот. Президентка Грузії Салома Зурабішвілі розкритикувала підсумки парламентських виборів, які відбулися в Грузії. Вона назвала їх недійсними і сказала про те, що оскаржуватиме у Конституційному суді. Ну, ми бачимо, що відбувається зараз на площі у Тбілісі, збираються протестувальники, вже облаштовують там наметове містечко. Шанси те, що ці вибори будуть визнані недійсними і будуть перевибори, за вашою оцінкою, наскільки високі? І ось цей громадський спротив, який зараз ми спостерігаємо, наскільки може масштабуватися? К сожалению, на мой взгляд, шанси не слишком високі. І ще раз повторю, що поки у власті в Москві імперськи направлена власть, всім тим, хто знаходиться рядом, всім буде тяжело. Поэтому вот корень зла, надо понимать, есть ось зла, а есть корень зла. Так вот этот корень зла – это Владимир Путин, и он находится в Москве. Как только этот корень зла будет извлечен со своего президентского кресла, у всех появится возможность, и у самой России появится возможность построения нормальной страны, и у стран постсоветского пространства вот это давление имперское, оно тоже спадет, и у многих появится возможность построения демократии. Так что мне кажется, что сейчас грузинам очень тяжело. Я желаю им победы, но, к сожалению, не очень высоко ее оцениваю, эту вероятность. Ольга, зараз різні прогнози у різних аналітиків стосовно взагалі стану російської економіки і можливості Путіна підтримувати війну у 2025 році. Тож, як ви бачите, якою є реальна картина? І враховуючи, знову ж таки, от ті виклики, які можуть бути вже із приходом офіційним вже команди Трампа, як це все може позначитися вже в найближчі півроку на стані російської економіки? Ситуація достатньо плоха, тому що, во-первых, у Росії проблеми з трудовими ресурсами. С трудовыми ресурсами и так все плохо. Достаточно возрастное население сегодня в России, то есть по большому счету работать просто некому. Падает рождаемость, плюс война, которая дает уменьшение рождаемости, которая увеличивает возраст населения, потому что просто молодых мужчин убивают. И, соответственно, все это приводит к тому, что работать просто становится некому. Второй момент – это действительно приход Трампа и возможное падение цен на нефть. А что сегодня у России есть? У России есть нефть, газ, титан и еще там несколько наименований полезных ископаемых. И все. Поэтому если нефтяные доходы у России упадут, то вот то, что сегодня происходит, а мы видим безудержный рост цен в магазинах, мы видим очень высокую ставку Центрального банка, который пытается стабилизировать инфляцию, но у него этого не получается. И это будут все только цветочки. Никаких шансов на стабилизацию российской экономики нет. Более того, многие экономисты
предсказывают стагфляцию, а это вообще худший сценарий для развития экономики. Поэтому без остановки войны сценарий вообще просто катастрофический. И даже с остановкой войны все равно сценарий не очень хороший, просто потому что неоткуда взяться. Увеличение добычи нефти при очень высокой себестоимости российской нефти просто выбивает Россию с сегодняшнего нефтяного рынка. До речі, про дефіцит робочої сили. Тут голова фонду капремонту Єкатеринбургу Станіслав Суханов, знаєте, яку заяву зробив? І він сказав, що щоб впоратися з дефіцитом кадрів, російським жінкам потрібно народжувати зварювальників, покрівельників, штукатурів, малярів. Загалом потрібна робоча сила, говорить він. Ось такі вже ставляться завдання перед російськими жінками. Кого їм народжувати? Удивительное дело. Вроде, казалось бы, буквально все говорят о том, что сегодня основной цена трудовых ресурсов – это такие продвинутые кадры, люди, которые креативные люди, там, компьютерщики, айтишники, те люди, которые могут создавать какие-то новые вещи, да, а вовсе не маляры и не сварщики. Но, видимо, плохо учился соответствующий товарищ и вообще не понимает ничего в современной экономике. Проблема России, если говорить глобальная, да, вот Microsoft скоро, по-моему, с 1 января отключит свои продукты, и они перестанут работать в России, и вообще современного софта у России не останется. На чем будут работать люди, вообще компьютеры в России, совершенно непонятно. И айтишников, которые могут быстро заменить этот софт, тоже нет. Поэтому проблема не в малярах, не в штукатурах, и уж тем более не в сварщиках. Хотя, конечно, в современном производстве сварщики нужны. Якщо говорити от про ті висококваліфіковані кадри, про які ви згадали, наскільки їх багато виїхало у 22-му році? Их очень много выехало в 22-м, продолжается отток и в 23-м, и в 24-м, но ужас еще в другом. Катастрофическое падение уровня образования в Российской Федерации. Это просто, я даже не знаю, с чем сравнить. На мой взгляд, сравнить просто не с чем. Даже в советские времена власти прекрасно понимали, что необходимо, ну, во-первых, наука в принципе международная. И даже когда пытались посадить Льва Ландау, Петр Капица, вернее, даже посадили Льва Ландау, Петр Капица сумел его из тюрьмы вытащить. Мы все прекрасно знаем, что посадили Королева, но он работал в шабашке. И, соответственно, да, в советские времена ученых сажали, но было понимание, что необходимо вот это международное сотрудничество. Сегодня все гораздо хуже. В очередной раз продлили контракт ректору МГУ Садовничеву, и буквально вчера продлили на 5 лет контракт ректору ЛГУ Кропачеву. Ну, Садовничев вообще уже, так сказать, глубокий старичок, да, а Кропачев, ну, я не знаю, это просто позорище, что такой человек возглавляет СПБГУ. И вот все это просто некий диагноз для российского высшего образования. Поэтому новые кадры будут просто неоткуда им взяться, просто неоткуда. И опять-таки, если в советские времена хотя бы естественно-научная школа была, там физики, математики, химики, то сейчас даже их уже не остается. Стосовно освіти, дивні заяви так само лунали від представників Російської Держдуми, які якраз, до речі, підтверджують ваші слова про те, що якщо не маєш якогось особливого хисту, то навіщо тобі вища освіта взагалі? І по-друге, от стосовно наукової цієї частини, а багатьох же науковців, от хочу, щоб ви прокоментували це, чи справді є так, вони ж не можуть продовжувати свою наукову діяльність, тому що для них закритий доступ до обміну знаннями із міжнародною спільнотою. А якщо вони справді використовують якісь публікації, чи публікуються у західних журналах, то їм можуть засудити, звинуватити у держзраді. Наприклад, це стосувалося ряду фізиків-ядерників, які зараз проходять по цій статті. І ось це ж так само впливає на розвиток якихось
наукових доробок в Росії. Это просто перекрывает все возможности научного знания, потому что научное знание интернационально по самой своей природе. Невозможно научное знание изолировать. Любое изолированное знание не может развиваться. И когда сажают ученых за то, что они по договору какие-то делали доклады на конференции, заметьте, в китайских университетах, даже не в американских, это означает, что заниматься наукой в современной России невозможно. Я опять-таки напомню советские времена. Хотя, ну, казалось бы, Советский Союз противостоял Америке, тем не менее, все прекрасно понимали вот эту интернациональность знаний. Более того, во многие наиболее крупные советские научные журналы, их перепечатывали статьи в американских журналах. И более того, ученые, которые писали эти статьи, получали даже гонорары от американских журналов. И можно было получить там гонорар свой, там $10, например, теми самыми чеками внешпосылторга пойти в «Березку» и что-то там купить. То есть никто за это никого не сажал. Более того, даже, можно сказать, поощрялась такого рода деятельности, хотя советские ученые имели достаточно небольшую заработную плату, но вот эти небольшое количество долларов, оно улучшало ситуацию для них. Ольга, ще одна тема, яку хочу з вами обговорити. Стало відомо про те, що в ніч із 15 на 16 листопада у Санкт-Петербурзі загинув артист балета Маріїнського театру Володимир Шкляров. Різна інформація в пабліках, зокрема російських пропагандистських. РІА Новості каже про те, що в нього були проблеми із спиною. Загинув він за кілька днів до того, як мала бути операція. Телеграм-канал МАШ повідомляв про те, що Шкляров покликав свою подругу зустрітися. Ну, коли вона вже приїхала до нього, то знайшла тіло артиста. Але от на що звертають увагу ЗМІ, це те, що Шкляров не підтримував, більше того, засуджував з 22-го року російське вторгнення в Україну. Наскільки його ось це, ну, зараз не розуміють причини, що сталося, і чи можна це назвати загалом самогубством, наскільки його смерть пов'язана з його політичною позицією, чи може бути пов'язана? Ну, как мы понимаем, количество смертей странных сегодня в России зашкаливает. Поэтому, на мой взгляд, все возможно, да, если у человека тяжелое какое-то, ну, внутреннее состояние или тяжелая болезнь, конечно, нельзя исключать версию самоубийства. Но то, что властям очень не нравятся известные люди с яркой антивоенной позицией, это тоже факт. Поэтому я бы не исключала и версию убийства тоже. Ну, до речі, в нього були публікації в Інстаграмі, які якраз підтверджували його таку антивоєнну позицію, що він виступав проти цього російського вторгнення на територію України, але останнім часом ці пости зникли. Хочу вас запитати, наскільки ФСБ відстежує в принципі кожного росіянина, його активність в соціальних мережах, його повідомлення в соціальних мережах, які можуть бути написані? Ну, тут даже скорее вот это отслеживание делает не столько ФСБ, сколько Центр Э, Центр по противодействию экстремизму. Ну, просто потому что уже всех пересажали, все под колпаком, и, соответственно, надо новых все время сажать, чтобы оправдывать, собственно, свое существование. Поэтому основное отслеживание, оно ведется как раз именно сотрудниками Центра Э, даже в большей степени, чем ФСБшниками. И, соответственно, вот эти... Я напомню, что как раз какие-то такие ликвидации, они были присущи даже, скажем, в нулевые. Не столько ФСБшники этим занимались, сколько... некоторые люди, находящиеся на связи вот как раз с центром Э. Ну, тобто, відповідний центр, він має певні ЦУ безпосередньо від Кремля, про такого, як боротися, і в цій частині. А стосовно російських політиків, тут теж пильний нагляд.
Цим якась окрема структура займається? Ну, собственно, ФСБ вообще присматривает за ландшафтом, да, в принципе, в таком стратегическом ключе, да, а Центр F конкретно. И, собственно, в регионах же есть соответствующие люди, соответствующие сотрудники, которые, ну, что ли, пылесосят социальные сети. И при этом часто уголовные дела возбуждаются по каким-то очень старым публикациям, там, я не знаю, пятилетней давности, например, за публикации каких-то изданий, которые были признаны нежелательными организациями, а публикация была еще до того, как это признание состоялось. Поэтому вот эта невозможность смотреть то, что было раньше, не случайно многие люди начинают сносить, убирать свои социальные сети, чтобы вот это невозможно было приписать и возбудить уголовное дело за то, что давно прошло. Ольга, щиро дякую вам за цікаву розмову, як завжди, за те, що знаходите завжди час та можливість своїми думками ділитися з нашою глядацькою аудиторією. Завжди вас раді бачити на нашій YouTube-платформі. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую, до зустрічі. Ольга Курносова, політичний аналітик, головний редактор порталу After Empire, була разом із нами у цій порі на стрімі. Я традиційно закликаю наших глядачів, діліться своїми думками в коментарях під цим відео, поширюйте це відео. Так само ставте йому вподобайку, ну і якщо не підписані на нашу YouTube-платформу, підтримайте нас підпискою, наша команда вам буде щиро вдячна.